Есть цикл, значит, она еще молодая и красива. Как только у вас прекращается менструальный цикл, все, вы начинаете быстро и очень заметно стареть. Что вот это такое? Вот это хронолон. Кому ему можно пить? Девушкам после 35 лет 3 раза в год его обязательно надо пропивать. После 40 я советую пить на ежемесячной основе. И если у вас уже начались приливы, отливы, то вот эту историю тоже вам нужно попить. Через 2 недели приливы, отливы станут легче, через 3 уйдут, через 1,5 месяца очень много случаев, когда возвращается менструальный цикл. Короче, девчонки, рекомендую. А, кстати, если у вас вы не дошли до приливов и отливов, но сейчас вам там у вас проблемы с менструальным циклом, и неважно, себя чувствуете по женской части, вот эта история тоже вам поможет. Продается вот в такой коробочке, стоит 1300 на месяц.